Столичный стадион «Локомотив» в этом году первым из московских арен примет в своих стенах футбол. В субботу, 14 марта, здесь состоится матч 1/8 финала Кубка России. Железнодорожники сыграют с «Торпедо», а спустя 4 дня здесь же встретятся с греческим «Аеком». В этой связи самой актуальной становится проблема состояния поля. Готовить газон на «Локомотиве» начали больше месяца назад. С февраля работает подогрев, который какое-то время обеспечивал почве нужные кондиции. Однако мартовская погода спутала все карты. Дожди, хотя и не превратили поле в болото, все же придали ему весьма неприглядный вид. Из-за этого пришлось отказаться от нескольких запланированных мероприятий по улучшению качества газона. И до субботнего матча он не претерпит изменений, разве что, если позволит погода, станет суше. Что касается трибун, то в грядущих матчах будут задействованы лишь две из них – западная и восточная. На места за ворота билеты не будут продаваться до апреля, когда по плану намечено завершение монтажа пластиковых сидений в этой части арены. Подтрибунные помещения, косметический ремонт в которых был произведен еще прошлой осенью, сейчас подверглись более масштабной перестройке. Здесь уже практически все готово, и к концу недели новые раздевалки смогут принять футболистов.